Расскажите, как это происходит? Ну вот, смотри, вот рука, да? Вот если взять акупунктуру, акупрессуру, да, китайскую медицину, то вот здесь у нас на ладони весь организм человека. Вот здесь. Большой палец – это голова. Вот эта часть пальца – это туловище, ноги. Каждый палец определяет определенный участок тела. А на ладони здесь все внутренние органы человека. И для этого надо иметь сенсорные руки, конечно, развитые вот в этом плане диагностики. И когда я кладу на фотографии, я подключаюсь к лику человека, читая молитву на его имя, и вот здесь у меня вырисовывается, как на рентгеновском снимке, что есть на человеке и что имеется внутри его. Вот и все.